Вперед, плотва! Шевелись, плотва! Я сделал все, что мог. Пора возвращаться к Весемиру. Чтобы нам солнышко светило. Ну чего опять? Ладно.
Райан Карзайн. Они всех нас хотят за Еругу выселить. Приветствую, ста... Покажи, что у тебя есть на... Бывай. Лишь на полях Нильфгаардской страны Эмгир император наделал штаны. Человек. А вот Бабка то моя поле, по другой сторону реки, оно чье? Мужики леса-то? Начали ведьмака пытать. Воины из Кремкова. Тот аккурат случился. Хороший он мужик, сударь-ведьмак. Но он отнекивался, не... то все. Да-да, таким а этот воин не решит вдруг на урожай свой посмотреть. Было такое. Да с чего? Только мальчонку даже от вы еще далеко. Сожрал, а ведьмак был ни при чем. И что тогда сделали? Ну, головы-то обратно не пришьешь. Говорят, положили тело его в склеп. Сидел дьявол на трубе, самогон гнал сил. Убери меч, Паркер! Спрячь оружие! Бросай меч, живо! Стой! Сбывай. Я тебе покажу! Эркеритес. Вы шпион? Покажи мне. Thank you.
Бывай. Вышпи. Покажем. Бывай. Убери меч, Ваткерн! То и ведьмак говно. Осрой. Стой! Хайлькерзайр! Блядь, нервник. Ложь не считай. Спи, деточка, спи. От сна здоровее будешь. Она в горячке. Ничего вокруг себя уже не видит. Плохо ей, сударь. Очень плохо. Здравствуй, хозяин. Я вот прочитал, что у вас беда с колодцем. Как есть беда. Призраки там завелись. Уж лет 20 как. 20 лет? Что ж только сейчас спохватились? Потому как раньше мы черпали воду из реки, а после битвы столько в ней трупов плавает, что она отравленная стала. Дочь моя Люба выпила пол кувшина и совсем разболелась. Лоб горит, еды удержать не может. Со дня на день все хуже. Травница говорит, что человек в лихорадке много пить должен. И не пиво или брашки. А воды как раз, непременно чистой. Откуда же ее взять, ежели нет колодца? Духа сначала прогнать нужно, а он и подойти никому не позволит. Опиши мне этого духа. Ну, страшенный он жуть. Как он выглядел-то? Похож вроде на девку, но такую, что только из гробу встала. Платье на ней грязное, все изодрано, кожа прямо кусками сходит, а воет, будто страдает очень. Значит, какой-то призрак. Или альп. Да как ни назовите, мастер-ведьмак. Если вы им не займетесь, схороню я доченьку мою. Мне жаль тебя, но работа есть работа. Надо обсудить плату. А что не так с платой? Я таких денег в жизни не видал.
Вот и договорились. Хорошо, помогу тебе. Так где этот колодец? В Хущах. Это хутор такой был, к югу отсюда, на пригорке. Никто туда не заходит, потому как дух, понимаете, прогоните его. Очень прошу. Давай, плотва. Вот и несчастный колодец. Странно. От духа ни следа. Может, он появляется в определенное время? Трава вокруг колодца выжжена. Тело высушено, следы ожогов. Судя по всему, это полуденница. Сдохни!
Что-то привязывает полуденницу к этому месту. Какой-то предмет, без которого она не может уйти в иной мир. Мужчину всадили нож, он умер на месте, а потом тело обглодали звери. Здесь какие-то кровавые пятна, но это не его кровь. Пятна крови, едва различимы. Кого-то здесь тащили еще живым. Следы окровавленных ладоней, руки маленькие, женские, наверное. Она была ранена, дралась за жизнь. Тело не видно, но может я найду какие-нибудь следы? Иногда кровь видна даже через десятилетия. Еще один след у колодца. Следы крови почти исчезли, но нитка крови по-прежнему видна, что-то не так. Труп повешен на веревке от ведра. Похоже, это хозяйка дневника. Широкий таз, маленькие челюсти, женщина, судя по зубам, лет 30. Без левой руки. Надо сжечь останки, а перед этим понять, что связывает ее с этим местом. Может, у нее на руке был мужнин браслет, и кость потому и отвалилась? Придется прыгать. Надеюсь, не переломаю ноги. Удачный браслет с гравировкой. Ларри от Волькера. Похоже, этот браслет принадлежал женщине, которую я нашел в колодце. Отличная работа, но придется его сжечь вместе с телом где-нибудь поближе к колодцу. Иначе полуденницу не изгнать. Thank you.
приготовиться. Сделать масло от призраков, выпить эликсиров. Похоже, полуденница не отходит от колодца. И браслет. Игни. Сработало.
быстрее. Дело сделано. В колодце поселился дух женщины, которую там убили. Я его прогнал. Только бы каждый непогребенный бедолага не начал вот так вот призраком являться. А то из-за этого поля битвы нам одни хлопоты будут. Если что, имейте меня в виду на будущее. А пока что... Клара, Волькер, говорят тебе что-то эти имена? Не знаю таких. Хотя травница наша Тамира вспоминала как-то какую-то Клару. Может, о ней и речь? Ваша награда, мастер. Золото, что я для Любы в приданое собрал. Без вас бы она до свадьбы и не дожила. А так есть надежда. Надо же, вот уж не думал получить когда-нибудь приданное. А я и подумать не мог, что оно ведьмаку достанется. Странные времена настали, правда? Странные и печальные. На полях Нильфгаардской страны. Говорят, женщины севера моются раз в 3 месяца. Это правда? Привет! Береги себя. Нас от злата избавили. Да? Послушай, ты не знаешь, жила здесь поблизости какая-нибудь Клара? Знаю, знаю. И это еще мягко сказано. Клара была моей подругой, единственным близким мне человеком во всем Белом саду. А потом ее муж Волькер не поделил что-то с помещиком. Потом собрал всю семью и отправился в лес строить новый хутор. Помещик приехал туда со всей свитой, чтобы убедить их вернуться. Хотели по-хорошему, но
Ты сам видел. Кажется, Клара сказала что-то про сына помещика Флориана. Да такое, что он прямо взбесился. А вот правда ли это? Многовато тут несчастья на такую маленькую деревню. В каждой деревне все одинаково, хоть бы и в самой маленькой. Стоит только поспрашивать. Ну, чтобы не заканчивать разговор на грустном, вот, возьми себе на радость. Да? Расскажи что-нибудь о себе. Может, вспомнишь какую-нибудь историю? Только грустную. Знаешь святилище Мелителли в Эландере? Знаю ли? Да я сосчитать не могу, сколько раз там был. Сколько раз мать Ненеки накладывала мне швы. Мы, должно быть, разминулись. Я училась у нее целительству. Но когда меня приняли в обитель, мне было 18. А в этом возрасте у девушек на уме не наука, а любовь. И был такой парень, Гослов. Когда он за работой снимал рубашку, у юных послушниц все валилось из рук. Я бросила ради него обитель. Мы провели чудесное лето, а потом он бросил меня. Мать Неннеки не захотела принять меня обратно, а родители дали мне только дорожный плащ и тощий кошель. Без единого слова. Долго я не могла найти себе места, пока не попала сюда. Вот и вся история. Будь здорова. Покажи свой товар. Бывай. Назову Геральтом. Отдохни.
меня. Набрать, набрать. Суп-то надо готовить. А Тослав-то говорит, чтоб такой воды даже псу не давали. Столько в ней трупов гниет, что отравиться можно. Так что, может, сходишь к колодцу в кущу? Ну уж нет. А мне уж лучше это болеть. Неприятности ищешь? Да? Что такое? А ведь с тех пор, как мы избавились от беса из Варуны, прошло уже больше полугода. Да, избавились и не только от беса. Как там звали этого сукина сына? Друган? Да будет ему земля пухом. Раньше все было проще. Чудовища злые, люди добрые, а теперь перемешалось как-то все. Раньше было точно так же, только ты, дедушка, подзабыл. Не тебе меня возрастом попрекать. У самого почти сотня лет за спиной. У меня две новости, хорошая и плохая. Хорошая в том, что капитан Нильфгаардского лагеря знает, где искать Йеннифер. А плохая, мы должны убить для него Грифона. Чего еще он мог попросить взамен у двоих ведьмаков? Ну рассказывай, что ты узнал. Грифон бросил логово, так что придется делать приманку. Ну как успехи? Крушину я нашел. В самый раз. Пахнет сильно. Скорее уж смердит. Смотри, какой нежный нашелся. Гнилое мясо, гной, мочевина. Обычные запахи деревни. Помнишь, как мы в Тритогоре на помойке охотились на Ригера? Ты потом полдня в бане отскребался. Забудешь тут. Мы как встретимся, ты это всякий раз вспоминаешь. Я кое-что разузнал. Это самец. У него было гнездо в лисьем бору. Нильфгаардцы сожгли гнездо, убили самку, разбили яйца. И решили, что дело сделано. Вечно одно и то же. Нет, чтоб сразу послать за профессионалом. Все делают по-своему, а выходит только хуже. Ну хорошо, все готово. Дай только знать и примемся за работу. Больше ждать смысла нет. Пойдем посмотрим, где можно поставить ловушку. Я уже присмотрел одно место. По ту сторону речки есть такие поля и рощица. Места много, и мешаться никто не будет. Значит, там мы увидимся. Шевелись, плотва. Не смотри на меня так. Быстрей. Речка, золотая Нива, очаровательное место. В самый раз для засады. Я бы другого не выбрал. Ну так как? Ты готов? Начинаем. Ветер сейчас хороший. Разнесет запах приманки на всю округу. Теперь остается только ждать. О, пойдем-ка в тенек между березами.
Слушай, а что ты будешь делать, когда мы найдем Йеннифер? У тебя есть какой-нибудь контракт на примете? Нет, я еду в Каэр Морхен. Рановато для зимовки. Да, до снега еще далеко. И это меня беспокоит. Похоже, на востоке Нильфгард уже перешел Понтер. Значит, они в неделе пути от Каэр Морхена. Если они попадут в долину, прежде чем снег закроет перевалы, надо уничтожить все следы, спрятать наши тропинки. А что до зимовки? Ты приедешь в этом году? Может быть. И, возможно, не один. Где-то рядом. Пойдем поздороваемся. Погоди, возьми-ка. Арбалет? Выиграл его в карты, пока тебя дожидался. Вдруг пригодится. Ведьмак с арбалетом? Предлагаешь нарушить традицию? Ну, хватит разговоров. Надо грифоном заниматься. Сейчас ударю! Неплохо, неплохо. Но еще есть над чем поработать. Например? Удар сверху, из восьмой позиции. Слишком предсказуемый. Но об этом позже. Отнеси башку грифона черным, а я приготовлю лошадей. Увидимся в корчме. Thank you.
Погоди, плотва. Что это такое, вашу мать? Жито. Ты меня за слепого держишь или за глупого? Зерно с плесенью. Я не знал. Значит, за глупого. Дьявол, когда же вы научитесь? Военный кодекс. Параграф 2. Раздел 3. За поставку испорченных товаров 15 ударов кнутом. Выполнять! Нет, нет, ради богов! Тьва! Вижу, ты перестал изображать доброго дядюшку. Ничего я не изображал. Я протянул этим людям руку, а они ее оттолкнули. Может, потому что та же рука держала меч, от которого погибли их близкие? Ха! Тоже мне моралист нашелся. А что бы ты сделал на моем месте, а? Ну, что? Не был бы на твоем месте. Говори, зачем пришел? Я выполнил уговор. Теперь твоя очередь. Куда поехала Йеннифер? В Изиму. Значит, все это время она была в одном дне пути отсюда. Мог бы мне об этом сказать. Мог бы. Но тогда ты не убил бы Грифона. Ты мне, я тебе. Стой! Мы еще не закончили разговор. На, возьми вот золото, чтобы не чувствовал себя в убытке. В поисках Йеннифер своей давней любви Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой.
Стой, игла! Прочь с дороги! Ну, все.